Выставка – это, в принципе, развитие. Вот чего мы за последний год достигли в части развития, промышленного развития. И то, что представлено, оборудование, технологии, тот опыт, который сегодня наработали наши компании, сегодня можно воочию увидеть. И тут очень важно как раз на стыке заказчиков, пользователей. Вот нефтегазовая отрасль, она является, по сути, локомотивом развития экономики нашей страны во всех смыслах. И в том числе дает работу нашим промышленным предприятиям, нашей науке. Так как сегодня все сложнее и сложнее добывать нефть, газ, все надо глубже идти, и себестоимость добычи растет, новые технологии нужны. И вот промышленность впереди, что ли, должна идти в добыче той же нефти, в нефтепереработке. И вот особенно последние годы на фоне этих санкций вопрос не просто импортозамещения, а развития отечественных технологий и промышленности, отечественности сервиса, они очень актуальны. Поэтому вот выставка как раз возможность это посмотреть. И, конечно, это возможность для общения между компаниями, заключения контрактов, писание каких-то протоколов о намерениях. Поэтому это очень важный этап в развитии нашей промышленности, нашего ТЭКа, нашей нефтегазовой отрасли. Первый масштаб, а второе, очень хорошо оформлены стенды. Все очень репрезентативно. Из года в год вот улучшается и внешний вид выставки, и внутреннее содержание. И это, честно говоря, очень радует.